Привет, ребят! Я вам сегодня сделаю обзор автодома RAM. Стоит 167-168 тысяч. 5 лет гарантии или 100 километров. Вот такая маршрутка. Мы сейчас находимся на фестивале. И для фестиваля вестерны, для людей, кто на этом фестивале, 5000 скидка, кто на Родер. Вот такой у нас автодом тут. Давайте посмотрим. Это сиденье. Это полка, Миш, нет у них или просто? Это же разглядывание. Что это? Ну, она как? Не уезжать, нет. Не опускается вниз? Здесь у нас, возьми мой футболку, здесь что мы видим? Два водительских кресла, они, я так понимаю, вот это, по крайней мере, точно, наверное, поворачивается сюда. Плита, газовые две плиты, микроволновка, холодильник, закрыт. Справа, да. Вот так, раз убираешь, открываешь. Холодильничек. И вот так закрывается микроволновка из решеткой для гриля. Ящички. Пульт от чего-то. Шкафчики. Это полный рост. А это что, под плиты не брызгал, что ли? Да, наверное, вытяжка. Вытяжка? Кран. О, а это каменная штука у них. Вот. Ну, какая-то холодная и тяжелая. Бонжур, месье. Все бон иди. Там мы смотрим по критериям амоторизы. А вот это что за штука? Лестница. А, это лестница? И санузел, смотри, нормальный санузел, можно душ принять и в туалет сходить. Мне даже нравится, что тут можно открыть. Для некоторых моментов, да? Например, после фестиваля, да? Ну, в общем, такой обзор машины. Ну, смотрим, как навели шумон. Да?